Так, ну что, помчали дальше. Выезжаем с Голубого озера. И мчим дальше по тропе Ягодка. Только тут надо, мы же спустились ниже чуть. Теперь нам надо попасть на тропу Ягодку. Сейчас покажу, тут с правой стороны надо направо свернуть. Тут не подсохло еще. Местами так грязновато. На, вот сюда вот надо. О, а здесь что? Грязище такое, блин. Кто тут ездил? Нам сюда вниз надо, блин. Обалдеть. Это они с машина здесь ездили. О, блин. Как же нам туда спуститься, чтоб не по грязюке. Может, вот здесь где-то можно? Можно здесь, да. Чтоб прям не по грязюке полностью, может, хотя частично. Капец, тут грязище. О, ой, тихо, тихо, тихо. Да они здесь ездили машина, блин. Грязище такое устроили. О, все. Выехали. Так, очки надо одеть. Очки, очки. Фух. Так, а тут что у нас, грязище, что ли? Эх, 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 эх. Да, тут после дождя, сколько уже, 2 дня дождя нету, а еще не подсохло здесь. Как-то так. Тут они прыгают с трамплина вот этого. Пипец, конечно. Фу. Не, ну если тренироваться, то можно прыгнуть. Только это надо на этом. На электричке, как бы, не знаю, на таком двух подвесе, да, а на электричке. Трички прыгать, не знаю, не знаю. Хотя что, задний амортизатор мощный, и передняя вилка тоже мощная, что, наверное, можно прыгнуть. Просто что, когда будешь приземляться, чтоб
не удариться мотором. Собака где-то гавкает. Здесь прыгают вот этих трамплинчиков. И сейчас с вот этого тоже прыгают. Вот, вот этот вот трамплин тоже прыгают. Со скоростью так фу. Пройдем мы здесь. Прошли бы, что ты. Что ты стал? Ну еще раз давай сейчас. Пройдем же мы здесь должны пройти. Вроде как. Ну да, прошли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Йоху. Подкрутим, подкрутим, подкрутим. Уху. Йоху. Так, 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 так. Так, так, так. Корни, корни. Корни, корни, эти корни. Да, что-то тут и камней нападало. Мы уже почти спустились, тут осталось чуть-чуть. Уже слышны звуки машин. А вот здесь они спускаются тоже как-то. А вот здесь вот, что ты стал? Надо было спускаться. Надо было спускаться.
Да, уже вот сейчас и скоро потемнеет, уже 7:30 где-то. Или даже уже чуть больше, чем 7:30. Ух ты. Вот это камень тут такой, я один раз мотором хлобысь на камнем, на том камне зацепил днище мотора. Было дело. Вау. Вот мы спустились почти уже. Машина вон слышно прям уже отчетливо. Эх, тут грязище. Опа. Все, спустились. Можно присесть он на лавочке. Посидеть. Все, поехали. По новой трассе.
поворота. Газ просто. Направо здесь. Что-то они тут кусочек положили. И все, да. И на этом дорога закончилась. Тут я уже знаю газ про этот маршрут здесь, как до Царской спуститься, доехать. Так, дальше сюда. Дальше. Тут будет магазин на углу. Вот он и газ про пятиэтажки. Старенький, но если на ту сторону окна с видом на море. Причем таких домов много. С видом на море. Два теленя. Хватит. До Ялты. Думаю, хватит. А там, если что, будем катить. А там будем катить, если чё. Так. Все, движемся в сторону Царской тропы. Начало в Гаспре.
приехали. Фух. Царская тропа. Начало. О, ну тут, конечно, тепло. По сравнению с Айпетри, блин. Пипец, я там замерз, блин. Хорошо, что чай был с собой. Ты шо, блин, холодина такая там была. Но, кстати, и здесь чувствуется, что не так уж и жарко, тепло. Ну, вечер, в принципе, да. Вечером и не должно быть еще тепло. Сначала щебень, а потом дальше уже пойдет нормальная дорога лесная. О, все, теперь нормальная дорога лесная. О. Царская тропа Гаспра. Воздух здесь, конечно, классный. Ну, в принципе, как и на Айпетри. Тоже, в принципе, что там воздух чистый. Чистейший. Там везде в Крыму воздух морской, горный. Ну, конечно, лучше всего воздух на ЮБК. Вот. Потому что здесь хвойные деревья. Много леса, хвойных деревьев. То есть здесь еще от этого. То есть и морской, и вот этот хвойный. И оно вперемешку вообще прям супер. Насыщенный такой, полезный очень. А там, где восточная часть, там, конечно же, нету столько зелени, там больше такой морской, чуть-чуть вперемешку с горным. Ну, в Новом Свете еще тоже воздух там. Там можжевеловые рощи. Вот цепь уже надо смазывать.
пищит. Пищит, трещит. Фу. Смотровая наша здесь. Что тут? Никого? Не, никого нету. Ой, хорошо. Ой. Красота. На том камне я вон сажусь и пою чай. И такой вид на Ялту, всю на медведя. Красотища. Красотища. Сейчас заснимем. Как раз чуток передохнем. Помчали в Ялту пить кофеек. Да, сейчас тут заросли такие, надо из-за поворота выскакивать осторожно. То может быть встречное движение. Опа. Ну, до Ялты ехать отсюда минут 20 где-то. Капец, тут заросли. И уже так темноватенько. Уже ж время почти 8. Притопили маленько. Спустился по тропе Ягодки, прокатился по тропе Царской. Да, темень. Скоро будет темень уже. Так, видно, местами не очень. Джунгли, джунгли, да. Ой, ой. Ой, ветки. Нагнулся вовремя, блин. Вовремя нагнулся. Поедем сейчас низом.
Капец, тут ничего не видно. Уже надо включать этот передний свет. Не знаю, что там в камеру видно еще. По идее, должно быть еще видно. Тут темень. Пипец. Можно и не спешить. Не, ну вот тут, где более-менее деревья открыты, еще видно нормально. А где вот больше зелени, там, конечно, не так видно уже. Ну, сколько тут там мы проехали километров? 49. О. Ну, еще километров 7. Даже не 7, а больше. 10 где-то. Ну, как раз да. Как я и говорил, будет где-то 58-60 вот так вот км. Намотали мы за сегодня. Так, сейчас тут будет подъемчик. Переключаемся. А самую большую поставил. 51-го. Я ее сегодня почти не использовал. Поэтому хоть здесь чуток. Ух ты, какая-то канава появилась. Это мы сейчас уже часть царской тропы промчали, так скажем. Сейчас у нас будет продолжение царской варианты уже. О! Никого нету. Ох.
заскочили. Кто-то идет он. Впереди кто-то идет. Хотел сюда сходить по делам важным. Не получится. Сходим там в Ливадии. А, или здесь сейчас можно сходить. Но здесь тоже мы идти не будем. Марта, отойди. Марта. Эй, Марта. Марта, Марта, Марта. Марта, Марта, Марта. Женщина выгуливает своих коз. Лавочка с видом на море. Так что у нас тут сидушку опустить надо чуть пониже. Сейчас тихо так, ветра нету, хорошо. Белоснежная ротонда в варианте. Поехали дальше. Ялта уже виднеется на пару километров еще ближе, как бы. Да никто не сидит, не любуется морем. Котики кормят котиков. Этих котиков здесь хоть бери с собой домой на любой вкус и цвет.
собака какая злая с хозяином. Блин, ну тут заросли, не видно ничего уже. Капец. Очки снять, что ли? Да не, лучше не стоит. То тут всякие ветки. Ветки, палки. Лучше будем ехать не спеша. Что там на камеру? Видно, не? Что там происходит? Так, аккуратно. Так, аккуратно, говорит. Осторожно, аккуратно. Не заденьте моих собачек беленьких, пушистых. Заденьте моих собачек. Да, тут заросли капец. Вон, тут еще видно. Ну там вообще прям джунгли. И тут нормально еще. Еще светло. Уже ж 8, а вас сколько ж интересно. Темнеет. Иху. Надо ехать на велосипеде, а не катить. Так, что там у нас? Два отделения пока что. Фух, Ливадийский дворец. Сейчас хотел сходить в одно местечко по телишкам. Потом поедем в Ялту. Сейчас тут заскочим в одно место. Ты здесь где-то? Нет, здесь нет. А может где-то здесь? Припарковаться. А можно какой-то там камень. Ага. Камень какой-то.
Сейчас мы тут развернемся. О! О! Камушек. Все. Выезжаем с Леводийского дворца и едем в Ялту пить кофе на набережной. На всякий случай, что-то там смотрел, заканчивается карта памяти. На всякий случай скажу, до новых встреч в горах и на трассе. Левадия сейчас у нас. Да, догоняй. Догонишь. Песик. Па-п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 а. Аквапарк Атлантида. Проезжаем. Гребаные эти оставили
люки. Люки, блин, поставляли. Да что такое там щелкаешь мне? Никого там нету сзади. Опять люк. Гребаные люки. Тут где-то тоже люк. Один, второй где-то есть здесь. Вот он один. Тут второй вот. Замахали. А вот еще один. Капец. Все, мы уже на набережной. Почти. Почти доехали.